Еще одно доказательство присутствия НЛО во время испытаний ядерного оружия человеком. 16 мая 1958 года в Тихом океане на атолле Эневетока Маршалловы острова был проведен подводный атомный взрыв. Кодовое название испытания – Яхо. Зарядом являлась тактическая атомная бомба Марк 7 мощностью 9 килотонн, установленная на глубине 150 метров. Давайте посмотрим, как неопознанный дискообразный объект появляется в кадре перед самим взрывом и попадает в его эпицентр. При увеличении данного изображения его форма очень хорошо просматривается,